Майдың нәфис гүліне, еңеу күні балқып келді туған іліме. Тек еңеу өзінен өзі келмәне елге. Оны яқылап қағармандар күрешті бірге. Мәңгілікдан тиген қылық батыр халқыма, май қияшындай нұрланып байрақ талпына. День Победы – самый светлый праздник. Как поется в песне, порохом пропах. От души поздравить очень рады. С Днем Победы, с праздником всех вас. Мы большую цену заплатили, чтоб достигнуть мир на земле. Помните об этом, не забудьте. Мир храните, люди, нет войне. Наступает День Победы. Все выходят на парад. И сегодня каждый счастлив, и сегодня каждый рад. Потому что этот праздник не народу подали, и любимую отчизну о фашизме защитил. Что такое День Победы? Это утренний парад, едут танки, ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют, фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. И с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога светом бабушки глядят. Онот маха бейет мезе, изгы яза хакыньяган. Багаза фронт, ерыл осять, хакан беза бол тупаган. Онот маха бейет мезе, Яшаны хақылыған, Рауты в Европаны азат етіп, фашизмдан ирек далаған, ғуанан илен хақылменен. Еңеу күні бүгін иенде, тыныс тұрмыш, ешілік, бала, әсе, ләхет яшай туған иенде. Мир и дружба всем нужны, мир важнее всего на свете, на земле, где нет войны. Ночью спят спокойно дети. Спасибо вам за подвиг и за смелость, за то, что вы закончили войну, за то, что ради нас, детей, сумели отвоевать свободную страну. Улыбки светят, прочь уходят беды. Медали на груди горят огнем. С 9 мая, с праздником Победы, с еще одним счастливым мирным днем. Алатайым ялқырында өтәп, елім құшқанды. Автомат һәм пулеметтан дүміктірген дұшманды. Алыштарға яраланып, бик көп қанын ялтқан. Қыйыу, батыр, құшқанға ордендар тағып қайтқан. Еш қына ол хейлей бізге ұлышта көргендерім. Мен оларды кесірдім ти. Күрмәгіз кейендерін, шат тұрмышта әр бір елден үнге нұр зарихи білхен, ұғыш ұзы тарихтарға мәңгілікті көмілхен. Открывает бабушка комод, ортем тот да с дохом достает. Бабушка, откуда он у вас? Я слышу бабушкин рассказ. Дед твой был солдатом на войне, орден деда передай мне. Орден славы вышел солдат, то храбрецам наградят. И того, кто родину свою, самым страшным защитит в бою. Мы встречаем День Победы, он идет в цветах знаменах. Всех героев мы сегодня называем поименно. Знаем мы совсем непросто, он пришел к нам День Победы. Этот день завоевали наши папы, наши деды. День Победы, 9 мая, праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувших семьи с войны. В этот день мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подарившим народу победу и вернувшим нам мир и весну. Отстояли наши деды труд и счастье на земле. Ярко светит честь победы, звезды мира на Кремле. С
За страну родную люди отдавали жизнь свою. Никогда мы не забудем павших в доблестном бою. Ветерандар от лапкиля, орден медал таккандар. Улар бидышманды кырып, яңа уяулап кайткандар. Аклайык ветерандарды кадыр хөрмәт итәйек. Яңа көне менән котлап, сезге бүләк итәйек.